Вот это все, это один день, это просто разные ракурсы. Пациентке не нравилось, что у нее торчит абатмент, и что у нее очень высокая двойка вот эта вот. Теперь ей, после того, как мы сделали это, ей не нравится, что у нее 24-25 очень высокие. Сосочки, да? Нет, сосочки не ушли, они восстанавливаются. Они же доэпитализированы были. Они же не полнослойные в данном случае. Да, вы помните, мы вчера доэпитализировали целый день с вами. Да, это все, вот он. Вот они начинают восстанавливаться. Видите, они растут уже оттуда. Но коронка пока край вот сохраняется на том уровне, на котором как бы мы его создали. Выглядит как бы не очень, честно говоря, красиво, но оно у нее вот так вот зажило. Вот это сколько? Это месяц. Через два еще. Да, ну и видно, что начинается вот этот нёбный сосочек, он растет сюда. По сути, меня этот результат устроит. То есть, если мы сохраним, у нее вот это будет прикрепленная десна, да, той, которой у нее не было, у нее не будет рецессий, сосочки однозначно все у нее восстанавливаются, потому что тут даже... А гулеродный край потом можно корректировать? Не надо его корректировать, он сам везде живет. А коронку не меняли? Нет пока. Ждем. У нее с другой стороны сейчас имплантаты, они после немедленной нагрузки стоят, на них временные коронки, уже когда... А у нее сколько как? А это свой зуб. У нее клык не закрытый ничем, у нее, по-моему... Нет, говорится то, что с костной, острая форма. Может, это так на фотографии? Нет, там на том, на предыдущих было видно, что там, да, съедет. Вот это полтора месяца после операции. Мне самое главное, конечно, не очень нравится, что она налет там весь оставляет, но она боится его пока чистить. Вот это вот, конечно. Вот сколько вы будете по времени с пациентом говорите? Вот, например, видно, да, что три месяца. Треугольничка нет вот между резцами. Между резцами боковым. Там сосочек, он растет, он же деэпитализированный. То есть еще вы говорите, что он еще будет расти? А он и будет расти. Нет, это не я говорю, он будет расти. Когда он максимум? Время скажешь? Через такое сроки время регенерации 3 месяца, у всех одинаковые. А это вы говорите 3? Это полтора. А все время где-то летает, доктор. Давайте повнимательнее. Ой, вот это желтое. Это гной. Где? Видно по... Видите? По борозде. Вы видите, насколько погружен зонд? Ну, наполовину ровно. Больше. На сантиметр. 10 миллиметров. Угу. Год коронки и имплантату. Циркон. Сейчас посмотрим. Я, честно говоря, хотела просто ее покеретажить и посмотреть, что будет. Но она уж так вся... Это... На снимке все было видно. На снимке ничего не было. Там, вероятно, все установлено. Ну, была, есть. Ей ставили с одномоментным удалением. Да, этот... если там просто в момент... Я думаю, что... была инфицирована просто. Там просто была какая-то проблема. Я вам объясняю, вот ко мне эти все в городе стекаются просто случаи, поэтому там отслеживать, кто что делал, когда, у меня нет такой возможности, к сожалению. Вот, но здесь, конечно, у нее стоит длинный имплантат, он 13 мм, я его померила по томографии. Вот, поэтому мы приняли решение попробовать... сохранить. Биотип у нее вполне себе благоприятный, да, и то у нее на соседних зубах очень хорошая, везде прикрепленная десна, а здесь вследствие хронического воспаления она почти 3 месяца ходила с огромным вот этим вот мешком. Вы себе представляете, сколько я гноя оттуда выкачила? Агрессивнейшая флора. Мы все выскобляли, отковитировали.
Ну и приняли вот такое решение. Супраконструкция хорошая. Так да. В том-то и дело, мне ужасно жалко было удалять этот имплантат. Я она в очень находится в тесненных материальных условиях. Она достаточно дорого заплатила вот за эту работу. И она когда просто вот услышала, что может быть нет, и придется. Нобелю не оставить. Нобель стоит. Нет, все ортопедически. Ортопедическая интеграция. А сейчас я первое посещение, когда мое лечение было. Вот смотрите, я открыла вертикально, вот так вот. Ну в тот день, когда было одно течение, то есть не сразу взяли. Я все-таки летажила, вот смотрите, вот мы подшиваем уже трансплантат. Только мягкие ткани, не больно. Нет. Скажем. Вот здесь вот фиксация трансплантата, поскольку я не хотела травмировать вертикальными разрезами соседние зубы, у нее достаточно хорошие зубы свои, и я расщепила боковые поверхности над этими зубами. Да. И завела трансплантат туда, чтобы он оттуда еще питался. Да, по сути. В этом случае надкосницы нет. Я же вам очень говорю, не всегда есть условия. Надкосница есть на слизистой. У меня полнослойный лоскус слизистой-костичной. Когда постоянное хроническое воспаление, там ее просто нет, она расплавлена. Нет, ну ее просто меньше, но она есть. Она у меня была. У меня была надкосница. Это внесение костного материала. Мы решили... Все-таки меня смутил очень большой дефект. И уж он очень... Здесь просто не очень хорошо на фотографиях видно. Сейчас вам верну чуть-чуть его. Покажу. Он очень глубокий. Я подумала, что все-таки у меня провалится туда трансплантат вниз. Он... Емная стенка сохранена? Да. Вот, сейчас я вам верну. Вот он. Он очень глубокий, я все-таки не рискнула его в пустоте под сгустком оставить, я поставила туда костный трансплантат. Мембраны я посчитала ненужным перекрывать, потому что ничего у меня сместиться не может, включенный дефект, в основном я проложила, да, как бы его между витками. Слушайте, два раза в жизни я не смогла взять кровь. Вена плохая. Вот два раза подряд. Да, мы сейчас досматриваем. Хорошо бы было так. Я костный клей очень люблю, на самом деле. Я с костным клеем много работаю, мне очень нравится. Ну, это, наверное, от лени, очень удобно, быстро, одной порции. Шмяк, не надо вот эти вот крошки, стружки там. Мы не смогли ее уколоть, в общем. Вот у меня за последние сколько лет было всего два случая. То есть сначала подшили с одной стороны? Да, потому что очень вам неудобно будет потом фиксировать, будет постоянно выкрашиваться. Это туда логинно? Да, логинно. Я только логинной кости работаю. Это мировой стандарт. Ну вот он, зафиксирован. И излишки костей я как-то не убираю, стараюсь, они все равно все вывалятся. Главное предупредить пациента, чтобы они не боялись, что у них что-то выкрашивается. Чтобы они не звонили и не говорили, что у меня выпало все, что вы мне поставили. Единственное, вот мне не очень понравилось, у меня неаккуратные края получились. Это связано с тем, что очень воспалением были истончена вот эта вот маргинальная часть. Ее совсем, я ее даже немножко... убирала, подрезала, потому что совсем... Но мне надо было настолько же ее доэпитализировать, чтобы убрать все возможные очаги. Да, она уже зажила. Сосочки. В данном случае, да. Ну, очень незначительно. Постаралась просто, чтобы не убирать. А шьете чем в таких ситуациях? Мононить. Почему я говорю мононить? Она просто обесцвечивается от воздействия. Это ультрасерп, по-моему. Да, это ультрасерп. Я, по-моему, как трансплантат пришила, так уже не меняла. Да? Да. Ну, он 21 день. Это тоже ультрасерп? Да, это тоже. Ну, просто швы, по-моему, сняли. А вот это попозже. Это, наверное, где-то с месяц.